Liberty Flames. Малахов Михаил, 18 номер, 15 Васильев Иван, 13 Найденко Илья, 12 Семчук Геннадий, 52 Крафесенко Игорь, 8 Вилкин Владимир, 3 Стародубцев Юрий, 77 и 2 очка еще забивают Liberty Flames. И Рип, передача не удается, подбор снова и на линию штрафных отправляется 32 номер Ита, 2 Черкасов, Валерий, 23 Боженко, Михаил, 33 Шпагин, Савелий, 30 Балахонов, Тимофей, 32 только что исполнил Кутков штрафной, Андрей и 13-3 Владислав. Итак, атака Liberty Flames. И 2 очка из-под кольца легко набирает, находит в углу передачу, но не доходит, не получается обработать мяч. Переводит мяч через всю площадку и забивает Обнинск с мячом. И 3 очка из угла набивает. Найденко. Авилкин. Передача отличная. И Краснюк забивает. Их подбирает. Шпагин. Банник. Прошу прощения, не Банник, 3 очка забивает. Ой, проигрывает 2 очка, 2,5 минуты до конца первой четверти. Рип, второй штрафной. Быстро, быстрый, быстрый лис у Рипа. Забивает Рип. Проход, отлично. И легкие 2 очка набирает 5 номер Liberty Flames. Женк подбирает и теряет мяч. Краснюк проходит, евростеп отличный. И 2 очка из-под кольца набирает. 15-10, счет, 5 очков разница. Немножко не хватило, чтобы забрать подбор. Промах. И уже 2 очка набирает игрок под 7. Рип становится на линии штрафных. Посмотрим, что произойдет. Первый бросок. Там. Второй бросок. Тоже там. 2 из 2. Фейки, 2 очка. Со средней. 17-14 счет. Орешкин. Рип. Флоутер. Эй, счета еще. Красиво. Отсчет. Два очка забивает. Передачу Баранов. И какая-то непонятная толкучка происходит. И по итогу забивает Liberty. 2 очка. Стародубцев. Стародубцев опять забивает. Отличный перехват. Стародубцев говорит, чтобы я не забывал его фамилию. Замену просит. Они уже выходить на площадку. Ой, Кутуков, 3 очка, просто стопы забил. Рип. Проходит 2 плюс 1, наконец-то делает. Рип. И забивает. 2 плюс 1 удается сделать, красиво. Кода освобождает мяч, так сказать. Флоутер от Рипа не удается, подбор тут же. Рип протаскивает мяч и забивает еще 2 очка. Не получается. Стародубцев не смог быстро забить 2 очка. И забивает уже не быстро, конечно. Авилкин. Найденко. Заходит, 2 очка забивает, 27-24. 2 13-х номера столкнулись лицом к лицу. И Найденко обыгрывает Рипа в этой ситуации. В лицо не делает никаких выводов игрок. Но, возможно, тренерская установка у него стоит забить большое количество трехочковых. Но пока это получилось. И на этом закончится первая половина этого матча. 32-24 пока что счет. Но более точно я вам скажу после еще одного штрафного. 32-25. Еще одного штрафного. 32-25. Рип еще один штрафной.
Второй штрафной. Риб 32-2. Отличная попытка прохода. Риб с мячом. Шпагин. И три из угла забивает 30-й номер. Ай, проходит и забивает Шпагин. А счет от Кутукова. Риб с мячом. И забивает 2 очка Риб. Балахонов. И фолит Шпагин после неудачного ввода мяча. 2 плюс 1. Счет 34-33. Может он, к сожалению, реализовать только что Зимину свой бросок. Краснюк из-под кольца. 2 очка выводит команду на 3 очка вперед. Речины второй половины матча. Вот так выкрутился. Кутуков забивает очередные 2 очка. 36-35. Риб проходит. 2 очка забивает. 2 плюс 1. Толямин, и выходит игрок под 15 номером Васильев. Если не ошибаюсь, сейчас... Нет. Найденко. И, ой, хорошие 2 очка забивает Стародубцев. Риб. От Найденко подбор. 3 от Краснюка. От Найденко опять подбор. И еще 2 очка. Ходит промах. Хорошая передача от Стародуб. Хорошая передача от Стародубцева на Риб. Как попытался раскачать хорошо. И на двух шагах убирает легко. 42 пытается раздергать на спинах. Не получается. Мяч у Кутукова. Кое-как он забирает его. 3 с метра через руку. 43-40. И Кутуков. Минута 20 до конца третьей четверти. 42-43. Увеличивает разрыв Кутуков. 42-40. Что нам покажет интересного? Ой, какая хорошая передача на Селезнева. Риф рывается. Находит еще передачу на Венге. И 3. 44-47. Забавно будет, если также последние броски в матче будут от Рипа с линии штрафной. 44-47. Команда отправляется на минутный перерыв. Встретимся. Либерти. Что они уже успешно сделали. Селезнев. 3. С мидл корнера забивает. 13. Я сужу эти матчи. Второй. Почему я теряю каждый раз этого игрока? Стародубцев. 2 из 2 забивает. 49. Риб с мячом. Отлично он проходит. И забивает еще 2 очка. Счет 50-51. И тогда они будут похожи. Краснюк. Из угла 3. Ну и Саровичу еще кидать придется научиться. Немного везения не хватает. Краснюк. И еще 2 очка. 53-51. Дуков. Теряет мяч после дриблинга. 2 плюс 1. 50. И забивает Обнинск. Ой, Обнинск. Горшко. И Кутуков врывается. И 2 плюс 1 делает. Сокращая разрыв до 3 очков. Если он сейчас... Передача в корнер. Найденко.
И забивает. 54 раза 4 очка. Рип 3. Наконец-то! 58-54. Хопстепа, прошу прощения. Оговорился. Реверс лейоп какой! И знаете, кто забил? Солямин. Проход, скидка. Стародубцев. 3. В лицо просто. 53-57. 6 очков. Разница. И... И Кутуков забивает 2 очка. 2 очка. Найденко. 65-59. 6 очков всего разница. Черкасов. Первый бросок. Рип. Забивает. Ой, передача под кольцо на Васильева. По-моему, хоронит сейчас. Обнинск. Шансы на победу. Рип. Штрафной. 67-60. И забивает. 67-60. Второй. Кутуков. Рип. Передача. Отлично. Кутуков перехватывает. Рип. Из угла. Сюда его. 60-83. И... Второй. Забил. 69-60. Рип из угла, 3. Овертайм, он выводит команду в овертайм этим броском, 69. Найденко, Краснюк, не успевает команда, но не подбирает, и подобрать также не успевает. И 2 очка забивает Лип для того, чтобы забить первые очки в овертайме, 71-69. Скидочка, 3 очка. 71-60. Рип разгоняет атаку. Найдет. Нашел передачку. И 2 очка еще забивает. Выходит Обнинск вперед на 3 очка. 71-74. 2. Наверное, заключительный 4 минутки. Надеюсь я, по крайней мере, Солямин. Что все решится именно сейчас. Солямин говорит, ничего не решится. Краснюк ловит на фейке, врывается. Не забивает. Забивает! Выводит команду вперед. 76-74. Четвертое персональное замечание у Рипа. На линии штрафных находится Краснюк. 76-74 счет. Первый штрафной. Краснюк забивает на этом матч. Подбор и все. На этом выигран.